На сегодняшней выставке мы представили три автомобиля. Это новый Actéon Sport, это Doblo Panorama и новый Fiat Ducato. Он интересен тем, что это чисто итальянский автомобиль, итальянской сборки. На нем установлен двигатель Iveco, и получается коробка у него фиатовская стоит. То есть вот это основное преимущество этого автомобиля, более надежный двигатель. У него увеличенный объем, то есть от 8 до 17 кубов можно загрузить в этот автомобиль. Также увеличена погрузочная масса, то есть от тонны до тонны 900. У нас представлены все программы, как лизинг, так и кредитные программы. Первоначальный взнос там порядка 15%, очень много банков с нами сотрудничает. В принципе, легко автомобиль подобрать для себя. Мы находимся на Свердловском тракте 3, напротив ветлечебницы.